Слева. А, есть один. Ну что ж, ребята, вот и очередной монтаж по КС-ке. Кстати, если вы помните, в предыдущей серии меня забанили на 7 дней, поэтому я играл на аккаунте Кибера. Причем даже не один раз, потому что бан на 7 дней был тоже мне не один раз, а целых 3. И поэтому он меня иногда троллил. И первый фрагмент, который вы увидите, это как раз ржач, так что приятного просмотра. Было. Посмотри на свой ник. Я плачу. Ну и ладно. А ты думаешь, откуда меня убивают? Чего? Чего? Ты гранаты их убил? Нет, они убились сами. Дебилы. Они упали откуда-то. Я думаю, это я убил. Ты бы видел, что я дал! Ты у храма хил, понимаешь? Да я с крыши сквозь офис прострелил в голову. Чтобы твоя нога про... Во-во-во! Да-да, хорош-хорош! Я не могу на это смотреть. Пошли отсюда. Нееет! От флешки не ломается. От гранаты. Кирилл, иди сюда. Смотри. Ты представляешь, что ли лежит? А его надо именно, чтобы он упал, просто, это было очень плохо. Назад посмотри! Чё? А где челик? Он исчез! И 2-1, и вот так вот. Оно взорвал третьего вот так ножом. Че это было? Да рот закрой! Вот так Кибер со своей сестрой общается, ребят. Вот это да, Колян, ты снимал? А если кто-то не понял, что сейчас произошло, я сейчас поподробнее все расскажу. Как мы видим, за офисом стоит чувак с плеткой и ждет, когда Леня выйдет из офиса. С другой же стороны стоит чувак с мухой, который потом будет стрелять из пистолета и будет самое интересное. Как мы видим, Леня выходит, начинается перестрелка, и тот чувак, который стоял перед Леней, он убивает того, кто был сзади него в смоке. И Леня добивает тем самым клатч. Итак, Кибер остался 1-5 на пистолетке с деглом. Посмотрим, что же из этого вышло. Ебать, он сейчас затащит. Клатч. Слева где-то. Ты чё? Nice, ты охуел? Ты клатч сделал 1-5. Колян, грозамуж. Колян, грозамуж. Слева. Лол. Ты заснял? Сквозь меня убил врага. Надо было на ноша.
Вот это я дал. Вы это видели? Видели? Так что ж так лагает? Oh my god. Этот монтаж пойдет. Я ничего не вижу. Я вижу. Есть что? А, есть один. Там мы хрен дать все пробегать, я и стрелял. Уже второй раз ты меня так на мету убиваешь. Кипер, чё? Чё? Они друг друга слепили. Точнее, один другого слепил. Чё там было? Короче, смотри, наш ослепил нашего, тот, ну, был ослепленный, потом проходит ослепление, он убивает нашего. Потому что он подумал, что это враг его ослепил и забанил. Вол. Вол. Я сквозь стену сквозь. Я видел. Двое. Еще один. В сраку! Ты опять бы. Я ну зумом! Чё я тво. Четыре. Ну вот такой монтаж сегодня, ребят. Надеюсь, вам он понравился. Обязательно посмотрите предыдущие две серии. Так, с вами был Патриот России. Всем удачи, всем пока.